А ты же еще даже разминаться не начал. Не начал. А зачем магнезий можешь? А я сейчас ручки буду забинтовывать, потому что забинтовываю руки тогда, когда они в магнезии. Иначе они начинают, короче, это, потеть и снимать только пластырь. А ты пластырем бинтуешься, да? Да. Нет. Когда-то показали, как пластырем удобно бинтоваться, и я пластырем все время бинтуюсь. Там есть своя технология. А ты покажешь ее? Для всех. Да. Но это будет запатентованная технология моя, как бы. Все будут знать, что я был первый, кто так начал делать. С этим раскладом без проблем. Это не надо вырезать. Ни в коем случае. Ну, может, к тому времени как-то. Да, да. Я вам вот такую вот киску. Здесь глазки можно нарисовать, и будет киска. Ручки, к сожалению, нету, показал бы. Вот, киска с ушками. Вот еще мы берем вот так. Вообще так запрещено делать. Закрывать вот эту фалангу запрещено правилами. Но в тренировочном процессе это очень даже хорошо. У нас же сегодня соревнования как тренировка, значит, будем делать так. Да. Да, только это надо будет выложить тогда после соревнований. Раньше нельзя. Чтобы потом меня дисквалифицируют. Конечно, они же сейчас закончатся. Это же не прямой эфир. Вот, значит, мы мотаем. Там вот так, есть, да? Закрыто было пальчик. После чего мы делаем вот так. Сгибаем его специально. О, вот такой момент я не знал. Вот так. И, ну, будем делать вот здесь. Все, пальчик готов. Аналогично делаем и со вторым пальчиком. На Кубке России меня спалил технический контролер с моими пальцами и заставил меня снять. Ничего себе. Да, но это вообще не сложно было. Почему? Потому что просто я закрываю вот эту часть от этих. А кожа здесь очень твердая становится, и потом, ну, такая она, неприятная на ощупь. Так как на тренировках мы поднимаем много и часто, поэтому бинтуемся так. А на соревнованиях это разовая акция, сверху забинтовали так же и все. Поэтому ничего страшного не будет. Вот так. Еще раз, камера на меня. Да. Камера на меня. Технология запатентованная. Это по-любому. А натяжку сильную давать? Ну, по самочувствию. Можно затянуть так, что палец посинеет. А можно нет, как правило, вот здесь он краснеет, потому что вот на туге он в любом случае здесь, это лейкопластырь, он передавливает. Mm-hmm. Поэтому каждый подбирает сам натяг свой, который ему удобен. Нет, там было 2 к 1, подъем защиты. Вес прежний, номер 12. На толчке, первая попытка. Соответственно, вот эту часть мотаем побольше. Потому что там больше она страдает. А, то есть ко второму движению ты будешь перебинтовывать? Отдельно, да, а что он тут 2 минуты быстро мотается, бинтуется. Вот и все, пальцы готовы к соревнованиям.